23 марта 57-летний житель Алова запомнит надолго. Этим днем мужчина решил прогуляться по улицам родного села с самодельным пистолетом в кармане. Спустя время он увидел человека в полицейской форме, который шел навстречу. Вооруженный сельчанин испугался и на глазах участкового выбросил пистолет в сугроб. Потом он долго убеждал сотрудника МВД, что оружие не его, но все было зря. Выяснилось, что фигурант изготовил оружие в октябре 2018 года в собственном гараже для отстрела лис. Ни одной лисы, как выяснили дознаватели, мужчина так и не добыл, зато обеспечил себе уголовную статью за незаконное изготовление и хранение оружия. Свою причастность житель Алова отрицать не стал, в надежде получить на суде минимально возможное наказание. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».